Хайога, и с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием Tiny Toon Adventures. Tiny Toons. И это у нас пещера. Огненная. В прошлой серии мы победили Даки, ну я думаю, что тут Даки. Ух ты, Даки. Да, здесь упасть лава. Не, лава тоже не заншотит. Вот эти чертики, если не ошибаюсь, они... О, нужно про вот это тоже не забывать. А, нет, сюда есть уже похоже. А, тут нихера все равно нету. Из щелок выпрыгивают огоньки, которых убить нельзя. Берите сразу к сведению. Так, можно. Надо это убрать сразу. Какой черт ты разделился? Как же они бесят. Ну что, у меня вот, даже хп нету. О, я вижу то, что мне нужно. Нет, сори, я это заберу. Потому что благодаря этому... Я восполню себе без... Это, знаете, был момент? Либо я сдохну, либо я буду жить. Но мне повезло, я выжил. Да, и тут была еще хпшка. Притом при этом. Ну видно, видите, типа эффект жары у нас типа присутствует. На заднем фоне. Я пытаюсь осторожно, главное, не... Нет. Постоянно прыжки нужно контролировать. Если не хочешь упасть. Я мог сразу бы там уже залезть. Да не хочется. Лавовый уголок. Чё такое быстро? О, хп. Так, 3 хп, ладно. Просто играем осторожно. По крайней мере, пытаемся. То здесь упасть, это будет печально. Но хотя бы здесь часто дают хпшку. И это радует. Плюс континиум. Плюс континишка. Так, первый уровень выигран. Лавовый. Не, все равно там у нас скоро водопад будет. А вот уровни. Там, где у нас снег, там скользкие плитки. Уже скоро водопад. Так, не отказался ли там еще было разделение одно? Да ладно! Да ладно, серьезно. GG. Нахера сделать вот такие вот проходики маленькие? И туда ничего не вставлять, типа ни в одну не вставить секрет. Окей. Понимаю. О, секретный уровень. Ну, хотя бы хп можно восстановить и собрать бонусы какие-то. А, ну это еще плюс с плаванием. Главное тыкать постоянно кнопку. Ну
Нет, спасибо, морковку. Я не буду ради морковки это делать. Мне главное не касаться его. Очень было опасно. Мне главное контишки собрать и обычные хпшки. Ох уж эти бонусные уровни. А сердечко тёхает. О. Найс. Ну, в прошлом уровне, кажется, была развилка, да? Или мне показалось? Что за хохот? Ну, что там было? Сюда, летучка. Летучка. Я понял. Ты ко мне сюда идешь? Давай я использую тебя же как. Сейчас эти какие-то не потерять. Я не пойму, почему некоторые здесь исчезают. Кубики, ловушки. Это просто нездоровая тема. Ау. Ладно, не хочу сюда вливайте. Сейчас мы пойдем в прошлый уровень искать другой вариант. Кажется, птичка там танцевала. Плюс контишка. Следующая контишка, скорее всего, мне дадут на 280 чем-то. Да, она танцевала. Я так и знал. Я так и знал. Я не знаю, как я не получил урона, хотя он ровно упал, он прыгнул на меня. А теперь у меня вопрос, а я еще обходной путь или нет? Раз, сейчас он еще раз двоится, когда вниз туда спустится. Давай, иди сюда, иди, иди. ХПшку немного подберем. Давай, 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 шустрее. Хотя мы быстрее можем очень довольно быстро пройти все уровни, да и все. Да и все. Ну вот, видите, я могу отсюда просто сократить дорогу и туда. Своими сокращениями. Бесите. Ну ладно, я сдохну, значит сдохну. Две хпшки как-никак. Три хпшки как-никак.
Слышь, конечно, как-никак. А-а-а, всё, я понял. Там у нас выход. Там у нас всё-таки выход. Что здесь у нас? Или я сюда тогда шёл? Поехали. Тихо-тихо, не умирай. Умираем, ребят, ну чё? Подожди, там что-то ещё было? Не было. Это секретный уровень. Ну, второй обход. Да? Ну, кажется, да, потому что мы сюда не лазили. Да. Именно. Ну, видите, тут разнообразие, типа, уровней довольно странное. Типа, там 4, там 6, ну, лес у нас было 6 уровней. Там 5, короче, 5, 6, 5, 4. Ну, это я не считаю босса. Ууу, тихо-тихо, там же лава идет. Поэтому я говорю, типа, лавовый уровень. Нет. Тихо. Главное не упасть. Всё. Всё, это финиш. Это весь уровень. Мы убегаем от лавы. Следующий враг, по идее, должен отлетать от стенки к стенке, я помню это точно. Типа как десантник такой. Пчу-пчу. Да, это утка Плаки. Меня зовут Токсичный Мститель. Заруби это на носу, зайчишка. А теперь с дороги. Заметьте, что у него контроля нету, по идее. Эй, утка Плаки. Меня зовут Токсичный Мститель. Сколько можно повторять? Тогда я больше не буду помогать тебе делать домашние задания. Ой, прости, Бастер. Заметьте, что он не был под контролем. Может, он просто тупой? Вот, следующая серия вообще будет коротенькая, ребят. Хотя кто ее знает на самом деле. Ладно, давай на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.